Общественная палата не первый раз обращала свое внимание, свой взор на состояние нашей набережной. И сегодня вместе с коллегами по общественной палате, с общественниками, журналистами мы провели очередной рейд, посмотрели, что на сегодняшний день здесь происходит. Ну, наверное, участки набережной можно разбить на несколько зон. Одна из них – это зона частная, а другая – зона, которая относится к администрации города Саратов. Да? Вот что мы видим в частной зоне, да? Куда входит и бывшее здание речного вокзала, а также кинотеатр «Экран», кассы для пароходиков, которые перевозили жителей города. Ну, конечно же, то, что вот мы видим за моей спиной, находится здание речного вокзала, находится в ужаснейшем состоянии. Ну, извините, кроме как словом убожество, наверное, это и не назовешь. То же самое и с бывшим зданием кинотеатра «Экран». Я сегодня привел такую формулировку, назвал это большим серым кирпичом, на фоне которого облупленные буквы «Саратов», название нашего города. Вот это то, что видят подъезжающие теплоходы, туристы, которые приезжают в наш город. Вот с этим они сталкиваются. Вот сюда падает их первый взор. Несмотря на то, что наша набережная – это одна из визитных карточек нашего города. Да? И та зона набережной, которая относится к администрации города. Мы все знаем, что в последнее время она находилась, ну, тоже, мягко говоря, в неприятном состоянии. И сегодня, на сегодняшний день, и глава администрации, и губернатор уделили этому вопросу пристальное внимание, и мы видим, как там потихонечку начинаются, ведутся вопросы благоустройства, вопросы, некоторые даже, наверное, сказали, реконструкции набережной, восстановительные работы. Это, конечно же, очень приятно. Думаю, что в ближайшее время та наша набережная старая, которая относится к собственности администрации, как-то все-таки облагородится, в нее, скажем так, вдохнется новая жизнь. Ну, а что касается вот этой вот участка, которая находится в частной собственности, ну, так, конечно же, вести свою деятельность нельзя. Я бы назвал это неэффективным использованием. И, конечно же, собственнику нужно либо наводить здесь порядок, активно наводить порядок, либо, если у него нет таких сил или возможностей, ну, рассматривать разные варианты. Возможно, даже и передавать объекты в собственность города для того, чтобы город потихонечку изыскивал средства и это все восстанавливал, чтобы и горожане, и туристы, которые приезжают в наш город, могли получать от набережной, конечно же, то удовольствие. И, конечно же, нельзя не сказать об еще одной проблеме. Дополнительно я ставлю на этом акцент. Это все-таки территория набережной относится к зоне пешеходных зон. А зачастую на ней мы видим, как спокойно разъезжают автотранспорт. Автотранспорт, либо мотоциклисты, но этого тоже быть не должно, это неправильно. Помимо того, что это нарушает правила дорожного движения, это является еще и угрозой для здоровья и жителей нашего города. И, к сожалению, такие прецеденты уже были. Это тоже недопустимо, и думаю, что и на эту проблему тоже нужно обратить внимание. Будем как-то вместе с вами эти проблемы решать, обращаться в контрольные, в надзорные органы, в органы правопорядка, чтобы все-таки порядок здесь был наведен.